и печали. Несем мы в 21 веке, освобожден мой город счастье. Но где то счастье в человеке? В чем виноват, скажи, ребенок? Его глаза от слез устали, его игрушками с пеленок осколки от снарядов стали. Спасая ангела Веснушка, мать ищет от бомбежек прятки, сказал дед горько, улыбнувшись: «Так то ж война, война, ребятки!» Айдара, помните, с востоком брата убийственном дурмане, с кровавым рубимся восторгом, все обрекая на заклание. С горы веселой сыпят грады, нет перемирия без власти, и вновь клянутся батальоны: жизнь отдают за город счастья. Спасая ангела Веснушка, отправил дочь в Одессу с внучкой. А то война, война, ребятки, сказал дед хмуро, улыбнувшись. Все больше с каждым днем убитых, дома разрушены и храмы. К вам, Богородица, в молитвах знамением прихожан порадует. Пусть все воздастся по заслугам и олигарху, и бродяге. Укропы стали колорады, мы огальзованы, как птицы. Скажу тебе, и то есть счастье.